Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер. Мы находимся в моей мастерской в Порожках. Очень много комментариев было про то, что люди красят накладку гитары краской для волос. Столько много, что я не выдержал и решил проверить. Сегодня тест краски для волос на дереве. Забежал в ближайший магазин, купил вот первую попавшуюся черную краску. Предполагаю, что разницы нет никакой. Все они делаются на Малой Арнаутской. Вы видите, у этой две упаковки даже. Отрезать, выдавить в баночку. Тщательно перемешать. Никогда не красил накладки грифа краской для волос. Никогда. Очень интересно. Баночка. Красочка. Отрезаем. Краска и окислитель в одном пакете. То есть это не два компонента в разных пакетах. Это просто два пакетика на два раза покраситься. Но мы с вами научные деятели. Мы с вами методом научного тыка. Мы можем ошибаться. Мы не знаем, что там. Поэтому предлагаю оба пакетика выдавить. На всякий случай. Вдруг во втором какой-нибудь страшный компонент, которого в первого не было. Но я вам скажу, что внешне абсолютно одинаковые. Даже штрих-коды одинаковые, номера одинаковые. То есть вероятно, что это просто две порции. Да, абсолютно одинаковое содержимое. В двух пакетиках. Чувствую себя сейчас каким-то Сергеем Зверевым. Есть еще там такой Влад Лисовец тоже. Этим же занимается.
Ну, Зверев, по-моему, более известный. Такс. Ну вот, вроде уж продать еще можно, там осталось несколько грамм. Так. Тщательно перемешать. Не металлическая посуда, не металлическая палочка. Тщательно перемешиваем. Ну, например, палочкой для еды из ближайшего китайского ресторана. Я не наблюдаю никакого черного цвета. Ну вот. Вернемся к инструкции. Может быть, я что-то не металлическую выдавите, тщательно перемешайте. Нанесите смесь. Выдержите 40 минут. 55 минут, ну час, короче. Все. Ну, вроде темнеет он, смотрите. Такс. Заготовочка из дерева бук. Наиболее часто встречающаяся на дешманских гитарах, которые надо красить. Ватная палочка. И наносим. Самое интересное, можно ли будет использовать этот состав длительное время. То есть он в баночке может храниться или нет. Или придется его того и выбросить и каждый раз покупать новое. Это неудобно. Ну вот, я нанес. Оставляем ждать. Посмотрим, что будет через некоторое время. Продолжаем. Прошел час, и наша красочка высохла. Соответственно, я ее протираю тряпочкой, чтобы убрать все неровности. В общем-то, гладенько, черненько. Значит, краска, которая находится в банке, банка нагрелась, то есть там идет процесс, хоть она и закрыта. Но процесс идет, банка нагрелась. И когда я открыл крышку, она так... Вот, то есть вполне вероятно, что банка может элементарно взорваться, лопнуть. Ну, я так предполагаю. К сожалению, состав долго не хранится, потому что процесс окисления идет. Значит, нужно конкретно одну порцию разводить на одну покраску. И все. Вот. Соответственно, в мешочке было две порции, коробка стоила 50 рублей, 55 рублей, значит, на одну покраску вполне может хватить 27 рублей 50 копеек. Теперь я распилю вдоль, чтобы посмотреть,
глубину, на которую проникла красочка. Ну, практически ни на какую. Практически ни на какую. Ну и попробуем пошкурить. Вот там 240-я. Слушайте, отлично. Хороший результат. Она не сошкуривается. Смотрите, как долго я ее шкурю. Ух ты! Ух ты! А мне понравилось. То есть получается такая, можно даже сказать, такая пленочка. Раз она остается на шкурке, значит пленочка. Ну, остается только проверить с маслом, если еще это все мы будем покрывать маслом, впоследствии пропитывать накладочку. Получится ли? Берем тунга-тунга. Берем тряпочку. Вот тунга-тунга засыхает прекрасно. Аж пробка присыхает. Поверхности. Мне вот очень понравилось это масло тунговое. Так. Начинаем намазывать этот фрагмент. И этот фрагмент. Ну, чуть-чуть красится. В общем, вполне интересный вариант. Ну, я вам скажу, что эксперимент удачный. Вариант с краской для волос вполне интересный. Я не совсем уверен, что масло впитается, но нам не нужно, чтобы оно впиталось, нам нужна пленочка. Не забывайте, я сторонник пленки. Не будем портить ни гриф, ни накладку. Поэтому вполне достаточно натереть сверху маслом. Масло высохнет, задаст пленку, и она еще более защитит краску от протирания. Протрется через более длительное время с маслом. Ну что ж, как альтернатива номерам, которые я нахваливаю, в общем-то, почему бы нет? Этот метод имеет право на существование. Так что спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, шлите донаты, вступайте в спонсоры. Будете получать доступ к комментариям, к эксклюзивным видео. Каким-то будете получать раньше доступ к моим обычным видео. Увидимся. Спасибо. До свидания.